Добрый вечер. В студии «Информбюро» Аскар Мендыбаев. Наши корреспонденты уже готовы рассказать о событиях дня уходящего. Итак, смотрите сегодня. Задержанных в Астане нефтяников отпустили. Какое заявление сделали в Генеральной прокуратуре? Данный спор урегулирован. Насколько были обоснованы требования рабочих? Что нужно изменить в сфере проведения тендеров? Казахстан считается страной с наибольшим числом смертельных авиакатастроф. Почему нас отнесли к небезопасным для полетов странам? Все ли так плохо в нашей республике с авиацией? Когда закончится учебный год для школьников? В какое время выпускники начнут сдавать экзамены? На какой период затянется этот процесс для учеников 9 и 10 классов? 30 лет просто космос. 31 канал отмечает день рождения. Что рассказывают те, кто стоял у истоков телекомпании? Идея создания 31 канала лежит в самом духе того времени. Какие пожелания звучат в этот день от бывших сотрудников и коллег? Обо всем по порядку. Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана Ильяс Усеров. В отношении него агентство по противодействию коррупции ведет досудебное расследование. Сейчас Усеров под домашним арестом сроком на 2 месяца. Напомню, ранее он занимал должность заместителя акима Алматы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По некоторым данным, в 2019 году он без проведения торгов за бесценок продал конфискованные по приговору суда 3 коттеджа и 2 квартиры аффилированным лицам. При продаже показал ложные отчеты об оценке. Ущерб государству составил 819 миллионов тенге. На заправках сегодня появились новые прайсы на топливо. В Казахстане вступил в силу приказ министра энергетики на установление предельных цен на продажу бензина и дизельного топлива. Так, стоимость бензина марки А92 и А93 стала 205 тенге за литр. Раньше стоимость в регионах разнилась от 182 до 180 тенге за литр. Также установлена цена на летнее межсезонное дизельное топливо в размере 295 тенге за литр. Правда, это цена для водителей, которые предъявят на заправках казахстанское водительское удостоверение. Они могут рассчитывать на объем до 100 литров в сутки. Для водителей грузовых авто и автобусов, которые предъявят также свидетельство о регистрации транспортного средства, объем увеличат до 300 литров в сутки. Раньше стоимость дизтоплива для казахстанских водителей составляла от 230 до 260 тенге за литр. При этом на заправках страны все еще наблюдается нехватка дизтоплива. Так, в Шымкенте на некоторых АЗС вывесили таблички «Дизеля нет». А вот с бензином ситуация стабильная. Казахстан попал в топ-25 стран с наибольшим количеством авиакатастроф с летальным исходом. С 1945 года в стране произошло 45 авиакрушений. Такие данные приводят в Международном агентстве Aviation Safety Network. Что чаще всего приводит к катастрофам и как изменить ситуацию, расскажет Еламан Раимбеков. Казахстан относится к небезопасным для полетов стран. К такому мнению пришли зарубежные авиаэксперты, разместив нашу республику на 24-й строчке рейтинга. В тройку самых опасных для полета вошли США, Россия и Бразилия. При этом не учитывались катастрофы корпоративных джетов, не принимались во внимание военные происшествия, а также угоны и другие криминальные случаи. Мы вносим некоторые структурные изменения, чтобы привести казахстанскую авиацию в соответствии с передовой международной практикой. Увеличили количество вакантных мест, чтобы справиться с ростом авиационной промышленности в Казахстане. Также выделили ресурсы для привлечения лучших экспертов как из Казахстана, так и из-за рубежа. Основная причина катастроф – человеческий фактор. В Казахстане крупные крушения воздушных судов происходили в 2012, 2013 и 2019 годах. С момента последней крупной катастрофы власти страны проводили массовые проверки отечественных авиакомпаний и полетных зон. Давно есть проблема существующая. Она не только в аэропорту Алматы, она практически во многих аэропортах Казахстана, когда несогласованность действий местных органов и авиационных властей приводит к тому, что выделяются земли в районе зон безопасности полетов аэропорта и, к сожалению, происходят незаконные застройки.
В конце 2021 года Казахстан чуть не внесли в черный список стран, не обеспечивающих безопасность полетов. Системные меры помогли избежать подобного случая, рассказывают специалисты. Еламан Рембеков, Думан Сулейменов, Информбюро. В Министерстве просвещения утвердили дату окончания учебного года, а занятия завершатся во всех школах 31 мая. Выпускники 9-10 классов сдадут экзамены со 2 по 13 июня, тогда как 11-12 классы приступят к экзаменам 5 июня и завершат аттестацию 19 июня. Девятиклассники письменно сдадут эссе, контрольную по математике, казахский язык для русских школ и русский язык для казахских. И четвертый экзамен по предмету на выбор. Выпускников 11 классов ждут письменные экзамены по языку обучения, алгебре, истории Казахстана, казахскому языку для русских школ и русскому языку для казахских. И пятый экзамен по предмету на выбор. Капитальный ремонт проведут в школе села Кеньки-Як Актюбинской области, которую построили всего 10 лет назад. Изначально на строительство было затрачено 450 миллионов тенге из бюджета. И несмотря на внушительную сумму, школу построили с многочисленными нарушениями. Напомню, месяц назад в единственной школе села Кеньки-Як Актюбинской области отошла стена. Появились многочисленные трещины на потолке, а кафель на полу провалился. Под фундаментом начала собираться вода. Родители отказывались отпускать детей в учебное заведение, опасаясь его обрушения. Была создана техническая комиссия, которая признала, что школу нужно капитально ремонтировать. Сумма работ будет известна после того, как разработают проектно-сметную документацию. Этот учебный год дети доучатся в школе, ведь в управлении образования области уверены, находиться в ней безопасно и оно не является аварийным. Были выявлены нарушения несущих перегородок внутри школы, то есть образовались трещины. Данному зданию требуется капитальный ремонт в виде укрепления фундаментов внутри перегородок здания, фундаментов, перекрытия пола и других работ. Студентам-грантникам будут компенсировать оплату за проезд во время каникул. Льгота касается поездок на поездах и междугородних автобусах. Затраты на такси возмещаться не будут. Вступил в силу приказ министра науки и высшего образования. Он предписывает компенсацию проезда студентам, которые передвигаются междугородним транспортом на летних и зимних каникулах. Два раза в год по 4 МРП, то есть 13 800 тенге, будут получать студенты организации высшего и послевузовского образования и магистранты. Выпускники этих же учебных заведений один раз. Компенсации будут выплачивать ежегодно в феврале и июне наличными или перечислением на карту студентов за счет средств республиканского бюджета. Ранее студенты должны были сдавать билеты, чтобы подтвердить свои расходы. В Туркестанской области разразился скандал вокруг сельхозполей, попавших под госнужды. Их прежние арендаторы, отдавшие десятки орошаемых гектаров под строительство ИЖС и школы в Тулькубасском районе, требуют аннулировать передачу участков. Причина в том, говорят фермеры, что власти не выдали им взамен земли, положенные по закону. Тему продолжит Бахрамбек Талибжанов. Жители села Жаскишу требуют у чиновников вернуть им земли, которые власти изъяли под госнужды. Крестьяне арендовали эти участки на 49 лет, выращивали сельхозкультуры, но 4 года назад местным властям понадобились их оросительные земли под строительство жилья для очередников и возведение школы. Под изъятие попали 30 гектаров поливных территорий. У 20 местных крестьян взяли официальное согласие на передачу арендованных земель государству. Власти взамен обещали выдать участки под жилье, но слова не сдержали. Люди считают себя обманутыми. Нет ни школы, ни земли. Моя земля стояла все эти годы просто так. У меня не было выбора, я теперь посеял клевер. Власти сказали, что дадут 15 соток земли. Теперь нам не нужно это, пусть вернут земли, ведь на них мы зарабатываем себе на жизнь. Сельчане говорят, что власти активно продолжают вести работу по изъятию земель в ауле. Подключили к этому делу даже общественников. Мне до такой степени обидно. Пришел ко мне общественник. Когда он сказал, что тут школу построят, я выступил против изъятия. Земля ведь поливная. Люди тут работают. Тогда он пригрозил, что в противном случае моего сына, который в очереди на землю стоит, добавят в черный список.
Свои претензии и требования по возврату земель сельчане высказали в акимате. Они заявили, что сомневаются в законности планов чиновников и уверены, что строить соцобъекты на полях сельхозназначения, вблизи которых проходят высоковольтные линии и пролегает поливной канал, категорически нельзя. Но госслужащие с этим не согласились. Споры шли на повышенных тонах. Через пару часов к возмущенной толпе приехал зам акима района. Выслушав проблемы фермеров, Ербол Урманов заявил, решение по их вопросам примут через несколько дней. 18 апреля будет отчет районного акима в сельском округе Жаскешу. Этот вопрос будет решен. Если люди полностью не согласятся, ранее принятые решения районного акимата утратят силу и изъятые земли вернут. Зам акима не отрицает, что сельчанам полагаются взамен участки в другом месте, но свободных сельхозполей, тем более поливных, в округе нет. А построить школу и дома на изъятых территориях все это время чиновники не могли в связи с отсутствием финансирования. Но сейчас, по данным райадминистрации, проблему решили. Из республиканского бюджета выделили деньги на строительство инфраструктуры. Сумма пока умалчивается. Бахрамбек Талибжанов, Эльдар Жунысканов, Информбюро, Туркестанская область. Вы смотрите новости Информбюро, мы продолжаем выпуск. Жители павлодарской многоэтажки боятся подходить к собственному дому. На голову сыпятся кирпичи. По словам жильцов, а в основном это инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи, трещины на фасаде появились еще 2 года назад. Евгения Мягченко с подробностями. Этот дом ввели в эксплуатацию в 2017 году. Квартиры выдали как арендное жилье. Несколько лет назад на фасаде появились трещины, а этой зимой с 9 этажа посыпались кирпичи, рассказывают жильцы. Они неоднократно обращались в ипотечную компанию. Представители организации однажды все-таки приехали вместе с застройщиком, который отвечает за качество облицовочных работ. Но те, осмотрев объект, лишь огородили забором проход с угла дома. Работы по укреплению фасада не проводили. Я получила квартиру в 2017 году. Этой зимой мой сын шел со школы, и на него неожиданно упал кирпич. Точнее, рядом упал. Он испугался, конечно. Стало опасно ходить прямо вдоль этой дороги. Начали осыпаться кирпичи, падать. Во время сильного ливня поврежденный угол многоэтажки, по словам жителей, ударила молния. От этого кладка расшаталась окончательно. По факту обрушения кирпичной кладки фасада данного дома Управление государственного архитектурного строительного контроля на днях начало техническое обследование. А застройщики говорят, что трещины в доме образовались по причине просадки после строительства. И это нормальное явление. Сейчас, получается, работы вот мы начали. Эти работы планируем закончить в течение 2 недель, провести полностью демонтаж угла, где произошла трещина, на облицовке фасада. И заново полностью выложить все 9 этажей. Застройщики уверены, что люди просто паникуют. Жильцы же обеспокоены тем, чтобы никто не попал в травмпункт после очередного падения кирпичей. В стройпредприятии обещают завершить ремонтные работы в течение 2 недель. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Информбюро, Павлодар. И к основной теме дня. В Астане к административной ответственности из-за несанкционированный пикет привлекли 5 нефтяников из Жаноузена. Еще около 120 человек накануне были задержаны полицией. Но после профилактических бесед, как пояснили в Генеральной прокуратуре, всех митингующих отпустили и отправили поездом домой. Ну а требования, с которыми жители города Нефтяников приехали в столицу, в Минэнерго и компании «Казмунайгаз» пообещали рассмотреть в правовом поле. Для этого уже создана специальная комиссия. Динара Нургалиева с подробностями. Это видеообращение участники пикета записали перед зданием столичного железнодорожного вокзала. На кадрах нефтяники говорят, что в полном здравии всем составом возвращаются в родной город Жаноузен. О ситуации рассказали в Генеральной прокуратуре. Во время несанкционированного митинга в столице были задержаны больше 120 человек. К ответственности привлекли 5 активистов, но вместо штрафа они получили предупреждение. Позже всех участников несанкционированной акции поездом отправили домой. Данный спор урегулирован. Были отобраны 10 представителей из бывших работников данной компании.
И они находятся здесь для того, чтобы в переговорном, в правовом поле с «Казмунайгаз», с Министерством энергетики разрешить данную ситуацию. Устроив мирный митинг перед зданием Министерства энергетики, бастующие добивались, чтобы их устроили в дочернюю компанию «Казмунайгаза» – «Узимунайгаз». Ведь они остались без работы из-за того, что их компания «Бирали Мангистау Компани» проиграла тендер. Платить зарплаты нечем. Большинство работников попали под сокращение. Их главным требованием было не только проверка законности данного конкурса закупок, но и предоставление постоянных рабочих мест. В кулуарах правительства о ситуации с безработными нефтяниками ранее высказался и новый министр энергетики. Алмаз Адам Саткалиев уверяет, что диалог был, и митингующим предложили новые вакантные места. Людям предложили работу, то есть дали им альтернативу. Им достаточно только доброй воли согласиться с предложенными предложениями. Что касается тендерных процедур, там Саврук-Казана, там закупщиков всех необходимых мы привлечем. То есть на все вопросы пикетчиков мы будем отвечать. В правовом поле открыто. Предложение правительства и «Казмунайгаза» протестующие отвергли. По их словам, места им предложили временные. Рабочие же требуют постоянную занятость в нефтяном секторе. Депутат от одномандатного округа Мангистауской области Едиль Жамбыша не раз обращался к правительству с запросом о создании специальной комиссии. Мажилисмен уверяет, сотрудники компании, обслуживающие нефтегазовые предприятия на западе Казахстана, систематически выходят на протесты и забастовки. Тендерные процедуры, вызвавшие вчера споры, должны быть всесторонне изучены. И в случае обнаружения недостатков следует рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц квазигосударственных учреждений, не принявших соответствующих решений. Требования бывших сотрудников компании решено рассмотреть в специальной рабочей комиссии. Между контактной группой КМГ и представителями «Бирали Мангистау Компани» заключена договоренность о создании такой комиссии. Проблему обещают решить в правовом поле. Динара Нургалиева, Нуркен Токмурдин, Информбюро, Астана. Кредит на 1 000 000 тенге оформили мошенники на Акмолинца. Мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные хотят оформить кредит на его имя. И поэтому ему срочно нужно озвучить код, который пришел на номер телефона. Сейчас полиция разбирается в этом деле. Кредит в 1 000 000 тенге в считанные секунды оформил Акмолинец, даже не подозревая об этом. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Там рассказали, что пострадавшему позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником банка. По телефону ему сообщили, что на него пытаются оформить кредит в 10 миллионов. Срочно попросили озвучить номер кода, который пришел на СМС. Растерявшийся мужчина сделал все, как ему сказали. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. По словам же самого заявителя, о мошеннических схемах он знал. Однако при поступлении звонка растерялся и выполнил все инструкции. Все больше казахстанцев в последнее время становятся жертвами интернет-мошенников. Людям часто звонят якобы сотрудники банка, либо правоохранительные органы и просят ответить на вопросы, продиктовать номер карты, либо код, пришедший через СМС. И таким образом загоняют людей в кредитную кабалу на 1 000 000 тенге. Недавно жертвой такого обмана стал и житель Кокшетау Аблай Балтабаев. Они мне отправили СМС, я зашел по ссылке данной. И, к сожалению, попался на их уловки. Сейчас можно себя ограничить от звонков мошенников. Я установил специальную программу «Антиспаммер». Также зашел в настройки на андроиде и поставил как бы автоопределитель номера. По словам программистов, такие настройки можно установить на любом телефоне, и все подозрительные номера будут блокироваться. Помимо них, существует еще несколько программ для определения номера. Однако не все казахстанцы пользуются техническими помощниками. Активной стала еще одна схема мошенничества, связанная с арендой жилья. Аферисты предлагают квартиры по приемлемым ценам, что привлекает людей, а позже обязательно просят оплатить первоначальный взнос, но, получив деньги, отключают номер. Полицейские просят граждан быть внимательными и прекращать разговор сразу. Айгерим Бегенова, Медет Кайыркенов, Акмолинская область, Информбюро. Сегодня день рождения 31-го канала. Нам исполнилось 30 лет. За это время канал завоевал доверие зрителей и не сдает свои позиции в рейтинге лучших телеканалов страны. О том, как зародилась идея его создания и какие планы на будущее мы строим, расскажет Полина Булава.
В 1993 году, 12 апреля, был основан 31-й канал. И с тех пор на протяжении 30 лет канал остается любимым для народа. Первые аналитические, развлекательные и информационные программы страны появились именно здесь. Арманжан Байтасов, основатель 31-го канала, отмечает, когда пришла идея создать новый медиаресурс, была уверенность в том, что все получится. Идея создания 31-го канала лежит в самом духе того времени. Это время, когда Казахстан обрел независимость. Наконец была реализована там вековая мечта, что Казахстан получил свободу. Мы стали свободным, независимым государством. Это вдохновило тысячи и тысячи молодых людей для того, чтобы реализовать себя в новой реальности, в новых возможностях. Объединив силы, команда профессионалов работает без перебоев уже 30 лет. Многие известные журналисты, ведущие и бизнесмены прошли через школу 31-го канала. За это время менялись люди, концепция и приоритеты. Но одно осталось неизменным – работа для народа. 31-й канал – это семейный канал, а семья – это одна из главных ценностей жителей нашей страны. Поэтому через вот это мы, и не только через это, через то, что мы готовим качественный, профессиональный, открытый, прозрачный контент, наши новости, они объективные, вот, за счет того, что мы даем то, что хочет наш зритель, я думаю, поэтому вот это те причины, и, может быть, и не только, которые позволили нам завоевать так называемую народную любовь. Почему мы народный канал? То есть здесь не только... За 30 лет было две направления. Это семейный канал развлекательный, но внутри семейного развлекательного канала есть некая рубрика «Информбюро». То есть эта рубрика, эта программа служила народу. На сегодняшний день 31-й канал вошел в топ-5 каналов страны и на этом не намерен останавливаться. В прошлом году уже запустили собственное кинопроизводство, а в этом телеканал планирует реализацию многих масштабных проектов. Больше о закулисье телевидения, воспоминания ведущих и журналистов 31-го смотрите сегодня сразу после Информбюро в 21:00 в документальном фильме Нургали Карабаева «30 лет. Просто космос». Полина Булава, Информбюро. И сегодня у нас в гостях бывший ведущий и редактор Информбюро Ержан Сулейменов. Ержан, добрый вечер. Добрый вечер, приветствовать вас в вашей родной, собственно, студии. У нас к вам пару вопросов. Большую часть своей жизни профессиональной вы посвятили журналистике. И скажите, какую роль в этом сыграл 31-й канал? Ну, я пришел на 31-й канал в 1994 году, после окончания университета, отделения политологии. Меня сюда пригласила моя прекрасная подруга Джамиля Имбетова, которая тоже очень много сделала для 31-го канала, вообще для казахстанских медиа. Мы вместе работали с ней, с Даной Романбаевой, с Гульвирой Илахуновой, и делали информационные программы. И в 97-м, по-моему, году на 31-м канале слились три таких команды. Это служба новостей 31-го канала, проект «Информбюро», который придумал и создал Виктор Климов со своей командой, там был Бекжан Идрисов, по-моему, Сергей Туник, Александр Таланов, я могу что-то путать. И с нами же вместе мы объединились с проектом «Центр внимания», который делал Дмитрий Бациев, Светлана Британова. Вообще было огромное количество очень крутых журналистов, которые собрались вместе в конце 90-х на 31-м канале. Вот вы сейчас назвали очень много известных, популярных фамилий, которых мы тоже, конечно, знаем, слышали и даже равнялись в свое время на них. Вот с того момента, как вы работали в эфире, как изменилось телевидение? Ну, мне кажется, что телевидение стало более технологичным. Казалось бы, что оно должно стать более быстрым. У нас не было тогда там, на 31-м канале доступа к релейкам, к прямому эфиру, чтобы что-то рассказать с места событий. Ну, я думаю, что
не так уж много что-то изменилось, да, то есть если вы соблюдаете стандарты телевизионной журналистики, особенно высокие стандарты были в Информбюро, то особенно ничего и не поменялось. А теперь о пожеланиях. Пожелания, ваши пожелания для нас, для ваших коллег, для зрителей. Ну, мне хочется пожелать для редакции Информбюро, ну, это, конечно, высоких рейтингов, долей, для того, чтобы ваши бюджеты позволяли вам делать хорошие, ну, качественные, быстрые, интересные материалы, чтобы зарплаты у вас росли. Для зрителей, ну, хочу пожелать, чтобы Информбюро — это старейший телевизионный новостной бренд в стране, который работает уже очень-очень-очень давно. Начинался он до 31 канала, здесь обрел еще очень большую длинную жизнь. Зрителям хочу пожелать, чтобы вы не лишались возможности смотреть хорошие, качественные, такие добротные новости. Спасибо большое, Ержан, что нашли время, пришли к нам в студию. Огромное спасибо. И вас также поздравляем, да, с праздником, потому что вы, да, в душе информбюрошник, и всегда им остаетесь, я в этом уверен. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. А я напоминаю, у нас в гостях был бывший телеведущий, редактор Ержан Сулейменов.